знаете, где я сейчас нахожусь? Я нахожусь на террасе, и мы отправляемся в новый парк открытой мэрии Алании, поэтому поехали с нами, я туда еду первый раз, и вы тоже его увидите, я думаю, впервые, когда будете в Алании, обязательно туда приезжайте, туда ходят автобусы. В описании к видео я оставлю ссылку на расписание автобуса. Ну а сейчас поедем посмотрим, что же там. Говорят, что очень-очень красиво. Доехали до парка, который называется Тавшанда. Мы посмотрите, какой потрясающий вид с дороги открывается на море, на Аланию. Вот так вот выглядит вход в парк. Говорят, что там есть много всего интересного. Есть беседки для мангала, есть небольшие музейчики, мастерские, есть кафе, амфитеатр. В общем, друзья, сейчас посмотрим и увидим вместе с вами. Мы тоже первый раз посмотрим и увидим, что же в этом парке есть и стоит ли сюда вообще ехать. Парк открылся совершенно недавно, в апреле месяце этого года. И вид, конечно, отсюда открывается. Ох, прям дух захватывает. Посмотрите, какая красота на всю Аланию со всех сторон видна. Сейчас мы подойдем поближе. Видна набережная, Красная башня, порт, пляж Клеопатры, пляж. Дамлатаж, конечно, не очень виден, крепость. А представляете, какая здесь красота ночью, когда все подсвечено. Сделаны здесь вот такие вот беседки с навесами. Кстати, очень прохладно. В тенечке прохладно, очень хорошо обдувает ветерком. Я надеюсь, что я не сгорю. Есть вот такой вот красивый фонтан. Сейчас мы с вами пройдемся только по этой стороне, а на обратном пути зайдем во все вот эти вот магазинчики, которые расположены на противоположной стороне. А, вот он и амфитеатр. Здесь на все основные праздники проходят выступления, мероприятия. В общем, это место пользуется большой популярностью, с потрясающим видом на Аланию. Друзья, я просто в восторге. Посмотрите, представьте, вы сидите в этом амфитеатре, наблюдаете спектакль или музыкальное выступление, и даже никакая очень потрясающе придумана, никакая не нужна сцена, а
фоном всех выступлений выступает сама Аланья. Просто потрясающе. Это идеи, кто это придумал, браво. Очень здорово. Вот такой вот здесь амфитеатр. Как это называется? Не занавески, а как называется, когда вешают в театре... Ой, господи, в общем, забыла я это слово. Но вы сами понимаете, да, что основным фоном всех представлений выступает наша красивая Аланья. Вот, друзья, вот так вот выглядит весь парк. Отсюда вы можете увидеть как раз беседки для мангалов, про которые я вам говорила. Также есть спортивный парк, детский парк. И думаю, что там будут батуты, большая парковка. И не перестану восхищаться, потрясающий вид на Аланью. А вот на этих лавочках сейчас, конечно же, жарко. Можно сидеть вечером и наблюдать необыкновенные виды Аланьи ночью. Амфитеатр супер. За амфитеатр просто 5 баллов тем, кто это проектировал. Потому что вид, конечно, здесь во время представлений открывается просто незабываемый. Я вчера видела фотографии. Посмотрите, сидеть, вот если сейчас сесть на самом верху, и самое классное место, наверное, сбоку, вот отсюда. И когда вы смотрите представление или какое-то шоу, вот так вот сидите, и сзади на фоне Аланья. Но это просто что-то невероятное. Теперь давайте пройдем наверх. Парк достаточно большой. Поэтому сюда можно приехать и в жаркую погоду, и, конечно же, вечером или утром, когда еще нет жары. Расставлены здесь вот такие вот скульптуры. Как я уже говорила во многих видео, эти скульптуры делают на международном фестивале резьбы по камню, который проходит в Алании каждый год, и приезжают самые известные мастера резьбы по камню. Вот такой вот красивый здесь водопад. Нет, не водопад, фонтан. И несмотря на то, что очень жарко, ветерок здесь прохладненький такой. Я буду быстренько проходить, потому что я не намазалась сегодня солнцезащитным кремом и не хочу сгореть. Но фонтан тоже просто потрясающий. Друзья, всем советую сюда приезжать. Я уверена абсолютно, что вам здесь очень-очень понравится. Истекает он сверху откуда-то. Сейчас мы туда тоже с вами вместе пройдем. Поднимаемся еще выше. Ну, а отсюда панорама открывается. О, просто дух захватывает. Очень красиво. Здесь продолжение фонтана. Посмотрите на эту красоту. Аланья с высоты птичьего полета. Наверное, это самое красивое место в Алании, потому что раньше мы поднимались только до террасы, а сейчас есть возможность приехать сюда и любоваться всем этим. Конечно же, мы обязательно приедем сюда как-нибудь ночью, точнее вечером. Здесь расположен ресторан. Туда мы не пойдем. Это обычный ресторан, какие-то магазины, бутики. Давайте теперь вернемся обратно. Смотрите, что я пропустила. Я пропустила вот эти вот буквы. И сейчас стали эти буквы очень популярны. Посередине вот этой вот буквы ложится человек, и все фоткаются. Зайдем на газон, надеюсь, нас не отругают. Но вот это вот тоже очень-очень-очень классная идея. Кто сделал, кто придумал, просто молодцы. Ну, давайте теперь пройдем обратно вниз. Магазинчикам. Говорят, что там есть небольшие
музей народного творчества с традиционными ремеслами турецкими и аланийскими. Посмотрим, что же там представлено. Пишите обязательно в комментариях, как вам этот парк. Мне очень понравился. Очень красиво. Очень красиво. Я думаю, что этот парк станет одним из популярных мест Алании. Но он уже стал. Многие уже сюда приезжали и говорят, что всем очень понравилось. Парк очень большой. Здесь можно и гулять с детишками, и просто прогуливаться, любоваться панорамой. Вот такой вот сделан ландшафтный дизайн. И сейчас мы идем ближе, подходим к магазинам и кафе. Что у нас здесь есть? Здесь у нас есть какой-то ресторан. Дальше. А вот смотрите, для детишек можно взять вот такие вот машинки на прокат. И когда вы будете ходить, они будут кататься на машинках. Здесь тоже какое-то кафе. Различные сувениры. И есть ателье, где можно посмотреть. Это, кстати, очень интересно. В Алании из банановых волокон делают одежду и обувь. В каком-то из моих видео я вам уже показывала. Но вот эта вот одежда сделана полностью из банановых волокон. Вот здесь представлены, из чего она сделана и каким образом эти волокна модифицируют. И после получаются вот такие вот красивые вещи. Здесь есть сумки. Это все, если вы спросите, продается ли это и можно ли это где-то купить, нет. Массового производства нет. Посмотрите, какие красивые тапочки. Все это сделано из банановых волокон. Купить это все нельзя. Я думаю, что можно сделать на заказ. Но, к сожалению, массового производства нет. Кстати, в прошлом году в Алании проходил показ очень известного турецкого модельера. И вся одежда, представленная на этом показе, была сделана из банановой ткани. Ну, назовем ее банановой тканью. Также в Алании очень популярно вот такое вот творчество. Мастерицы делают из шелка цветы, картины. Очень это красиво выглядит. А главное, это ручная работа. И скажу вам, это недорого. Здесь также представлен традиционный мужской костюм аланийский, шаровары. И женский костюм, я не знаю, традиционный он или нет, я не видела его раньше. И сделано это все из хлопка, по-моему. Ну, а вот это вот, друзья, натуральный шелк. Натуральный шелк, он не мягкий, он не блестящий. Обязательно приходите сюда, чтобы действительно понять, что такое натуральный шелк. Он достаточно ворсистый и достаточно жесткий. Вот это вот, наверное, свадебное платье из чистого шелка. Здесь есть и косынки, и какие-то другие изделия. И видите, натуральный шелк, он такого бежевого цвета. Вот натуральная шелковая одежда, выглядит она именно таким образом. Она достаточно плотная, жесткая и не белая, она такого светло-бежевого цвета. Ну и вот на таких станках мастерицы плетут ткань, шелковые нити здесь натянуты. В общем, очень интересно, друзья. Такой же станок вы можете увидеть и в крепости Алании, когда едете на канатной дороге. Там также есть традиционный турецкий дом. Вы можете туда обязательно прийти и увидеть такой же станок и изделия из шелка. Там нет изделий из бананового волокна, есть из шелка. В общем, вот таким вот образом выглядит этот павильон муниципалитета Алании. Здесь также есть небольшая
информация. Смотрите, бананы начали расти в Алании в 1750 году, и только в 2015 их решили использовать для производства одежды, и все это дело поддерживается Министерством культуры и социального обеспечения Турции. В общем, вы можете прийти и посмотреть, потому что это очень интересные и уникальные вещи. Здесь также есть небольшой маркет. Сейчас народу не очень много, поэтому большинство ларьков закрыто. В общем, друзья, вот таким вот образом выглядит этот парк. Я думаю, что вам тоже понравилось. В описании к видео я оставлю ссылку на расписание автобусов и точку на карте. Обязательно приезжайте сюда и днем, и вечером, потому что вечером у вас будут совершенно другие впечатления, чем днем. В общем, друзья, вот такая вот здесь невероятная красота. Сегодня эта поездка у нас была совершенно не запланирована, но, как вы сами понимаете, все самое незапланированное всегда все самое интересное и впечатляющее. Надеюсь, вам понравился этот парк. Как я уже сказала, обязательно приезжайте сюда. Вам понравится, и вы откроете для себя Аланию совершенно с новой стороны. Ну, а сейчас я с вами прощаюсь. Посмотрите, какая красота. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. Ставьте пальчики вверх. И до встречи в Алании и в новых видео. Всем пока-пока и солнечная Алания.